К другим темам. Многоэтажку в Заречном испытывают на прочность со всех сторон. Там задумали абсурдное строительство. Жильцов уже заселенного дома попросили подвинуться, чтобы водрузить на здание еще несколько этажей. Кому маловато стало, выяснила Мария Козлова. Получили квартиру по ипотеке. Ну, сразу, конечно, оформили вот детскую комнату в первую очередь. Вот поклеили обои, купили кое-какую мебель, вот кровать, оформили школьное место ребенку. Переезжать-то им некуда. Перед Ольгой Александровной вновь встал квартирный вопрос. И ответа на него женщина пока найти не может. Жилье, купленное всего 2 года назад в кредит, просят освободить. На время, пока в этом доме надстроят еще 5 этажей. То есть мы покупали квартиру в 5-этажном доме. То есть мы не задумывались, почему он остался 5-этажным, а не 10-этажным. Вот. О том, что их дом в будущем станет высоткой, новоселов никто не предупреждал. Сомнения у жильцов возникли, когда в подъезде они обнаружили шахту лифта. Это свидетельство того, что дом планировался как высотный. Вот это, я так понимаю, шахта лифта должна была быть. 10-этажный проект урезали вдвое в 2008-м из-за кризиса. Застройщик получил разрешение на возведение 5-этажного дома. Уже после сдачи дела компании наладились, и строители вновь замахнулись на высотку. Жильцы в панике. Мы просто банально боимся, что дом рухнет. Мало того, жителям половинного дома предлагают освободить его на год или полтора и переехать в другие квартиры, правда, недостроенные. Те отказались. Вложено больше, чем 800 тысяч рублей по чекам. То есть сколько реально потом надо будет еще выбухивать сюда, неизвестно. То есть и второе, все мебель встроенная, то есть вся аппаратура встроена. Что-либо с собой брать нереально. На рабочем месте строителей найти не удалось. Все в Екатеринбурге. От комментариев отказываются. Телефоны тоже молчат. Им попросту нечего сказать, объяснили в администрации Заречного. Документы на реконструкцию чиновникам застройщик не приносил. Старый проект давно аннулирован. Но жильцам успокаиваться рано. С нынешнего лета буква закона на стороне строителей. До того, как были внесены изменения в жилищный кодекс, конечно же, пока застройщик не принес бы 100% голосов, ему бы не было выдано разрешение на строительство. Теперь 2/3 – это, тем более, что очень много служебного жилья в этом доме, уже застройщик приблизился к... Если к дому по улице Курчатова все-таки сделают 5-этажный надстрой, то это жилое здание войдет в историю. И вместо сгущенки, как сейчас его называют местные жители, его назовут пирогом. Ведь реконструкцию здесь хотят провести всего через 2 года после того, как дом был сдан. Жильцы уже готовят обращение к губернатору и в городской суд. Ходят слухи, что дата начала стройки уже назначена. Это март 2013-го. Мария Козлова, Иван Мякишев, новости 41-го канала.